Я увидела просто нечто, там было все разгромлено. Я вообще не поняла, что случилось. Ты где была-то вообще? Откуда? А что за происходит? Тут личность Конора, не заходите. Приехал домой, полная брата на грязной посуды, не жрать. Нет, ты где была-то вообще? За покупками ездила, дочки. За какими покупками? Ребенку, на***. Приготовить сначала и уйти нормально нельзя было? Надо было это все бросить, что ли? Пьяный пришел домой, дома был бардак. То есть это вот со вчерашнего дня и сегодня вот. Пиздец. Этот бардак также и остался, то есть в течение дня ничего не зашевелилось. Хочется ее прикопать маленько, вот прям вообще. Что это за... Мне было очень страшно, что он снова... Бля, братан, это мать, даже мне-то страшно, блядь, становится. Меня ударит. Поэтому я убежала к соседке и осталась у нее ночевать. Я думала, что он очень сильно поменяется.